Здравствуйте, меня зовут Юра, и я человек, который живет на планете Земля. Я родился, жил, учился, снова жил и работал, а потом мне это все надоело. Внутри есть самое главное в этом помещении – это библиотека. Вот эта полка с книгами, зарегистрированными во Всемирной библиотеке Букросинга. И люди приходят сюда, берут книги и отдают свои, и таким образом идет всемирный книгообмен. Электричество. На крыше находятся солнечные панели, электричество хранится в аккумуляторах, и по мере необходимости я включаю свет, который светится, либо даже вот компьютер, например. Компьютер, я могу через интернет связываться, выходить в глобальную сеть и заниматься, например, букроссингом. Печь – центр всякого русского дома. Вот сейчас на этой печи готовится такая великолепная пища, которую я называю гороховая еда. Великолепно. У меня сегодня будет очень вкусный ужин. Когда живешь в обычном режиме, в городе, работаешь, постоянно нужно думать о завтрашнем дне. И вот здесь нельзя совершить какой-то ошибки, потому что это все будет неисправимо. А здесь это все не имеет смысла.